Доброе утро, добрый вечер, добрый день, кто когда смотрит. Сегодня я бы хотел поделиться своей маленькой радостью. Это саксофон фирмы Vibrato, серия A1S. Это прозрачный саксофон второй серии, The New 2. Всего таких штучек сделано было всего 200 штук. Это является таким приятным бонусом, потому что на этом саксофоне идет идентификационный номер. Ну, понятно, что, может быть, для кого-то это не имеет значения, но даже просто вопрос, так сказать, для истории, потом вспоминать, говорить, что вот таких саксофонов всего 200. Вот выбор пал у меня на эту модель. Пришла она у меня из Великобритании. Заказывал я ее 11 числа, сегодня 25. То есть, если не брать в расчет выходные дни, практически вот неделя, чуть-чуть больше. Он пришел. Примечательно то, что саксофон весит всего 800 с лишним грамм. Это очень упрощает жизнь школьникам, молодым, маленьким детям, которых отправляют в школы. Ну и качество звучания у этого саксофона, стоит заметить, является не как у профессиональных саксофонов, а как у хороших полупрофессиональных саксофонов. То есть серия перед профессиональными Yamaha. Стоит понимать, что вот этот саксофон был куплен за 600 фунтов. Но хороший саксофон Yamaha, даже Yamaha, за такие деньги в этой же категории по звучанию купить невозможно. Поэтому выбор пал на него. Почитал, посмотрел. Народ уходит от классических моделей. Ну, опять же, я не говорю, что классические модели из стали это плохо, наоборот, хорошо, но просто надо двигаться в ногу со временем. И даже зачастую иногда на каких-то корпоративах и мероприятиях это будет выглядеть даже более как бы эффектно. Вот, поставляется эта комплектация, в отличие от своих младших собратьев, так сказать, полной комплектации, то есть бонусом идет и чехол, и сумка, причем сумку отправили отдельно, чтобы российская таможня ее пропустила. Сумка еще идет, сумку я покажу отдельно в другом обзоре. Так, что у нас имеется? У нас имеется чехол дополнительный помимо сумки, документы, приятный бонус. У нас идут две Атрико, да, Атрико тросточки. То есть комплект называется взял, открыл и начал играть. Лигатура, паспорт технический и, собственно, сам красавец саксофон. Вот он как выполнен. Вот из 200 моделей, из 200 экземпляров у меня 92. Ну, что я могу сказать? Самое интересное, что у меня сопрано, и вся коробка, вот в данный момент, закрытая, весит примерно столько же, сколько весит сопрано. Это очень, ну, как бы не может не радовать. Мундштук. Ну, я не знаю, я, конечно, попробую, но мне кажется, все-таки мундштук нужно брать свой любимый. В данном случае у меня Autolink, эбонитовая серия, но, опять же, я еще не пробовал, посмотрим. Эска. Эска идет такая сплошная, весьма необычная. Ну, сейчас достану и покажу, что из этого получилось.